И переворот, бросок с захватом двух ног. Знаете, как делать? Как? Проход в ноги, ага. Или переворот. Если переворот, то вот так вот движение заставляет и ломает. Отсюда минус. Видишь, рука. Если я выше, да, могу сюда, 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 в руку не выставить. Пожалуйста. Нет, 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 еще раз. Еще раз. Видишь, вот так вот. Все, полстоп, поломал, поломал руку. Владимир. Смотри. Видишь? Вот отсюда. Один. Оп, это переворот. Все. Переворот отжимали. С этим можно. Ну, с этим сначала. Пошли. Пошли. Раз. Два. Вход, выход. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Так, Даник и Владимир. Заднюю подножку приделывайте. У Чикови. А еще? А ну еще раз покажи. Так, Даник, ты идешь туда и делаешь 10 бросков вправо, 10 влево, бросок через бедро. Ты становишься туда, вместо него пока. Так, у Чикоми 10 раз задняя подножка, четверо, и Владимир. Аджин, раз, выводить, выводить, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, бросок через плечо. Пошли. Раз. Пока все ручка. Два. Между ног ставь. Три. Бросок или. Ручковик, ручковик. Топ лучком. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Владимир, мельница. И Чезар, мельница. Смотрите, правая рука сверху и левой рукой между ног. Нет, правая сверху. Правая сверху рука. А левая между ног. Пошел. Оп, раз, минус. Поднимать можно, не поднимать. Нет, Чезар наоборот, в другую сторону. Пошли. Уну. И через грудь дай. 5-10 раз. Дой. Три. Патру. Чич. Шаса. Шарта. Оп. Ноу. Зече. Хорошо. Берем захват правого стороны, да, нога идет на крест, раз и зацеп больно. Это чтоми. Пожалуйста. Пошли. И раз. Два. Влад, смотри, не жестко стой, когда он цеп... Смотри, еще раз показываю. Раз и два, нога идет сюда. То есть делаем раз, хоп, вот это движение, вот сюда. Отжимаем, пошли. Раз. Получается через грудь. Два. Хорошо. Три. Чезар. Чезар. Да, Чезар. Вот так нога. Ты поднимаешь ее сюда. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Мате. Сейчас так. Старайся, знаешь, как сделать? Ты его держишь, да? А ты постарайся как бы присесть, взять и бросить его туда. Только бросить. Вот через плечо в сторону, просто туда, за себя его бросить. Не через голову, а через плечо, чтобы позвонки не дергали. Так, честно.
Значит так, Владимир, ты залезаешь ему на заднюю подножку, он тебе раз залезает, а ты должен идти в заднюю подножку. Так, наверное так, Владимир пойдет к Чезову, Владимир и Чезову, Влад, а ты идешь к Артему. Значит, еще раз, первый номер показывает заднюю подножку, второй делает контрприем в заднюю подножку, от задней задней подножки. Нет, это вперед. От задней задней. Приготовились. Пошли. Раз. И посмотрите внимательно. Посмотрите, вот когда он идет, ногу поднять, чик, вот движение. И раз отсюда. И оп. Раз. И ты тоже шире ноги. Ширина была. Три. Ты не назад вперед кидаешь. Четыре. На носок ставь, Чезар, на носок. Пять. Шесть. Восемь. Не ставь ногу, просто держи на весу ее. Девять. Последний бросок. Восемь. Хорошо, поменялись. Владимир здесь. Дальше не показываешь, Владимир отвечает. Владимир, смотри. То есть он только начинает, ты уже ногу поднял. Раз, оп, движение. И раз. Джин. И ответил. Оп, раз. Два. Хорошо. Теперь мельницу. Вы раз залезаете на мельницу. Так, я правую руку сверху, возьми правую. Вот, залезаем на мельницу. И пошел. Раз, отсюда. Оп. Уходим и переворачиваем его. Потом, правда, болевой надо делать. Но пока времени нет. Значит, еще раз. Залезаю на мельницу. Вы раз, разворачиваетесь. Положите на эту. Первый. Раз. И разворачиваем. Оп. Два. Три. И падает ногами. Четыре. Ноги убирает. Сразу ногу разворачивает. Пять. Руку к себе наверх. Наверх. Тяните руку наверх. Его руку поднимайте. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо, заправились. Даник, можешь мельницу сделать с ним? Попробуй 10 бросков сделать мельницу. Если получится, я посмотрю, как делать. Потому что некоторые хорошо делают. Стоп. Смотри, смотри. Мы все начнем делать. Всем начнем, и ты как раз все... Нет, я просто хотел попробовать. Так. Второй номер. А, ты же второй номер взял, вот когда один, второй. Пожалуйста, смотрите еще раз, когда мельница, вот эта рука вверх, вот туда идет. И потом разберемся. Вверх руку. Пожалуйста. Раз. Два. Три. Вверх, выше, выше, ладно. Четыре. Пять. Уходите вверх ее. Шесть. Ногу убирай. Ногу убирай. Семь. Ногу правую убирай, лад назад. Восемь. Другую ногу. Девять. Мате. Так. Значит, первый номер делает зацеп голенью изнутри. Зацеп голенью изнутри. Второй убирает ногу и показывает бросок через бедро, через плечо. Приготовились. Получается? Пожалуйста. Зацеп голенью, убираете ногу. Пожалуйста. Раз.
плечо, через бедро. Два. Нет, нет, нет. Ногу он тебе... Стоп. Он тебе зацепил эту ногу. Он цепляет эту. Значит, эту ногу убираешь и отращиваешь. Пошли. Три. Другую сторону. Четыре. Пять. Да, да, вот да. Шесть. Правой рукой должен цеплять. Семь. Еще три раза. Восемь. Девять. И последний раз. Десять. Хорошо. Это о чем говорит? Второй номер делал? Нет. Нет, нет. Поменялись. Что-то получается, да, не смеется? Так. Ну. Сейчас. О, красавец. Стоп, стоп, стоп. Под правую ногу вперед. Правую ногу вперед. Кто делает? Правую ногу. Потому что правша делает, и вша не очень сильно. Еще раз покажи. Зацеп покажи. Убирай ногу назад. Ногу назад. Нет, Владимир, назад. Сейчас. Зацепи. Разворачивайся, разворачивайся. Во! Пошли. Пошли. Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Так, Влад. Влад перешел туда. Цургар сюда. Значит, сейчас Цургар и Чезар. Вы показываете через плечо, а вы показываете через грудь. Живой? Да. Точно? А чебанянку можете сделать? Да. Стоп, а ну покажи мельницу. Вот, кстати, видите, он нормально получилось. Мельница. Так, через грудь, а теперь мельницу. Куда? Ничего, ничего. Попробую взять по-другому. А? Единственное, так берешь, а если попробовать вот так взять, да? Хорошо, значит, еще попробуем чебаняску, и я тебе поменяю. Если можно чебаняску не так делать, как бы разворачивать ногу. То есть получается, раз, вот, или двумя ногами, да? Хорошо, так, Влад залезает через плечо. Чезар через плечо, вы через грудь попадаете. Аджина. Три. В какую сторону войти? Давай еще раз. Мне кажется, надо на него идти. Вот он поворачивается. Да, на ногу. Да. То есть получается по ходу, да? Вот. Смотри, Влад, ты не так бери, возьми за одну руку. Я? Еще раз. Нет, это там выбили. Под одну руку. Забегай, следите, забегай к нему. Раз. Забежать. Попробуйте еще раз. Не обязательно поднимать, здесь просто зайдите. Еще больше зайдите. Да, я думаю. Да? Так ты не заходишь? Да, я знаю, но... Да.
И получается что-то? Неудобно тебя кидать. Если ты кинешь, он, получается, падает на живот. Ну, лучше он пусть упадет. Так. Хорошо, пошли 10 раз делать. Далеко уходишь, наверное, вокруг не вернуться на него сесть. Хорошо. Так. Теперь смотрите. Берете подкову. Делайте через плечо. Через плечо. Я делаю через плечо. Что делает Артем? Он туда заходит. Иногда так делают, в принципе, хорошо отсюда. И уже, оп, видите, выбор меняется, выравнивается. Это лево, да? Это право. Да. И подвигайся. Оп, сюда. Можно в ту сторону, там воском через грудь получается. Так значит. А можно вот сюда выйти. Оп, и вот проходит. Попробуй. Ты подворачиваешься через артам. Вы между собой, вы между собой. Значит, первый номер. Возьмите, чтобы было легче, одной рукой и подворачиваешься. А ты заходишь туда за спину. Нет. Надо вот смотреть. Вот подворачивается, ты вот туда. Ну так подвернись уже. Будешь. Это же не подбородки, нет. Посмотри, ты. Раз и получается, раз, уберите сюда, на стол, чтобы его не ударить. Как думаешь, Влад?